этом видео я покажу, как сделать заказ на печать фотографий. Для этого нужно определиться с размером печатаемой фотографии. Предположим, у нас фотография 10 на 15. Выбором бумаги. Выбираем бумагу, например, матовая. И выбираем место, откуда мы будем загружать наши фотографии. Допустим, будем загружать с телефона или компьютера. Выбираем наши фотографии. Далее в форме вы можете указать количество фотографий. Предположим, вот этой фотографии я хочу 2 штуки. А вот такой вот фотографии я хочу 3. Допустим, вам хочется еще сделать несколько фотографий другого формата. Вы в этом же заказе выбираете, предположим, фотография 10 на 12 в стиле Polaroid. Доступна бумага только глянцевая. Выбираете загрузить фотографии с телефона или компьютера. И выберем мы, например, эту фотографию и давайте вот эту. Нажимаем «Открыть». Внимание! Вверху написано, какая это будет фотография. И, например, вот этой фотографии мы выбираем. Мы делаем 3 штуки. 3. Далее, точно так же, если вам нужно добавить какие-либо другие размеры, например, 20 на 30, выбираем тип бумаги, давайте матовую, выбираем с компьютера и загружаем, давайте-ка вот эту фотографию. И что мы имеем? У нас четко понятно, что мы печатаем фото 20 на 30 матовое. Вот наша фотография. Также у нас фото 10 на 12 в стиле Polaroid. Две фотографии. Внимание, одной из них 3 экземпляра. Далее мы видим, что у нас есть фотография 10 на 15 матовая. Из них тоже указано количество фотографий. Далее, в чем плюс этой формы? Эта форма без регистраций, без каких-либо. Просто нужно указать номер телефона, e-mail, имя. Можно добавить комментарий к заказу. Как правило, это всевозможные акции, печать по акциям через социальные сети, которые мы периодически проводим. Вы также можете написать, что печать фото по акции «Клевое лето». «Клевое лето». Выбрать оплату, вариант оплаты, например, пластиковой картой, либо через Яндекс.Деньги, либо при получении. Давайте выберем пластиковой картой. Сделать заказ. Открывается форма для оплаты заказа. Вы указываете свою банковскую карту и производите оплату. В случае оплаты при получении вы просто делаете заказ. Форма вас уведомляет о том, что мы получили ваш заказ. Спасибо. Ожидайте. На этом все. Спасибо за внимание.